Ладно, идем. Полиция подтверждает, что в перестрелке, о которой мы вам уже сообщали, есть многочисленные жертвы. Привет, как жена, дети? Он в настроении. Он в твоем распоряжении. Вот представь, ты живешь в большом доме, с книжками и все такое. Так... Джонни, на кого ты похож? Я нанял тебя как эксперта. Я заплатил тебе хорошие деньги, чтобы ты помог мне, а ты сбежал от меня среди ночи. Почему? Джеки, я сделал, что мог, чтобы помочь тебе с тьмой. Но не мог же я вечно сидеть возле тебя! Эта долбанная тьма неотразима. Я слышал ее! Она нашептывала мне разные вещи! Она начала изменять меня! Ты меня убьешь? Я для этого здесь. Я выпустил ее, Джонни. И не знаю, справлюсь ли с ней. Ты выпустил тьму? Боже мой, Джеки! Это просто самоубийство! Тогда помоги мне управлять ей. Тьмой нельзя управлять, Джеки. Ты сжимаешься от страха и молишься, чтобы она ушла. И чем дольше она с тобой, тем больше подчиняет тебя. Ставит ловушки, заставляет видеть глюки. Мне нужна твоя помощь. Будешь при мне, пока я тебя не отпущу. Какие-то ублюдки атакуют мою семью со всех сторон. Те, кто послал пакет, как-то связаны с тьмой. Мне нужно, чтобы ты выяснил, кто они и что они знают. Окей, окей. Постараюсь помочь. Дело пойдет быстрее, если твои гориллы меня развяжут. Пожалуйста. Она живет в потрохах. И ты ее цель. Она хочет хаоса. Можешь его развязать, но отсюда не выпускать. Ясно? Хм. Этот тип сорвался с катушек. Раньше он казался умным, а теперь похож на кусок дерьма. Эй, Фрэнк и Эдди вернулись из клуба. Они с Джимми ждут тебя в конторе. Спасибо, Вин. Не слушай этот голос в голове, Джеки! Бойся тьмы, как самого дьявола. Все, что она говорит, ложь. Как у тебя дела, Джеки? Джеки. У меня есть новости. Этот козел Свифти был прав.
Уроды, которые на нас напали, сидят в Бримстоне. Ну что, разузнали, умники? Это Эдди узнал. А я был в это время, кажется, занят. Ну да, тянул кокс с задницы шлюхи. Я не мог отвлечься. Пока этим двум болванам полировали члены, одна из шлюх начала болтать про новых хозяев. Я был с этой Камиллой. Она говорит, бордель продали. Новые владельцы живут там же, наверху. Да, но это не все. Она говорит, что видела там странного хромого типа. Мол, выглядит как обдолбанный Носферату. Что еще за Носферату? Твоя бабушка. Не знаю, там ли еще этот псих и его парни, но проверить не мешает. Ладно, хватит трындеть. Я схожу туда. Как скажешь, Джеки. Винни знает пару девок, они проведут тебя. Эй, Джеки, что это ты шумиху поднял или как? Как у тебя дела, Джеки? Эй, Джеки, Джимми сказал мне про клуб Бримстон. Жуткий гадюшник. У тебя там шлюха? Ну, я не хожу по таким притонам, но туда заходит один мой приятель. Иногда, когда другие закрыты. Ну, ночью. Я знаю одну девку, Венеру. Она может провести тебя внутрь. Новые хозяева очень строги насчет пушек, но мы через Венеру заранее передадим чистый ствол с глушителем. Ты это... припугни их этой своей штукой. Еще бы. Ладно, пора понять, что происходит. Едем в эту дыру, Винни. Ну, наконец-то. Вперед. Джеки, Джеки, стой! Ну, в чем дело? Еще раз, этот пакет, откуда он у тебя? Я взял его с трупа киллера. О, блин! А в чем дело? Нет, ничего. Нет, няни, иначе дело дрянь. Ну, мне надо кое-что выяснить. Удачной охоты. Мы пока сводим его в зоопарк. Дебилы это любят. Едем, Винни. Вот молодец. Ну что, пощекочем его вымя? Вдруг что выйдет, а? Вспомнил вдруг. Лето. Ужасная жара. Мы с Дженни сидели на крыльце и неторопливо ели мороженое. И тут подошел этот пацан. Знаете, такой наглый говнюк. Он оттолкнул меня и уселся между нами двумя. Дженни взглянула на него и уронила мороженое ему на штаны. Он толкнул ее. И вот тогда я урезонил ублюдка. Пару месяцев в больнице ему будет о чем подумать. А Дженни не разговаривала со мной неделю. Не думаю, шеф. Ты бы не забыл. Надо тебя обыскать. Да, вот так. Руки в стороны. У нас тут все тихо, без драк. Ты под кайфом, бычок? Кто, я? Чтоб все испортить? Вроде чистый. Заходи. Приятного вечера. Тебе сюда, парень. Чего ты хочешь?
Привет, красавчик. Сдавай назад, тут ничего интересного. Эй. Сдавай назад, тут ничего интересного. Привет, малыш. Хочешь развлечься? Ты, значит, Венера? Я Джеки, друг Винни. Да, друзья Винни, мои друзья. Поднимешься ко мне в комнату? Для тебя я устрою особенное представление. Идем, милый. Но у нас мало времени. Я спрятала пушку Винни в своей комнате. Если ее найдут, меня убьют. Эти новые парни — серьезные ребята, Джеки. Настоящие психи. Обещай, что не выдашь меня, если что-то пойдет не так. Так что давай, живо, на третий этаж. Ты меня слушаешь? Да, да, я понял. Идем, нам сюда. Это для тебя. Они закрыли два верхних этажа. Мы думали, они снимают там порно. Но месяц назад Шантель пошла к тому горбатому на третий этаж и исчезла. Вот, это от Винни. Класс. Теперь найди этих ублюдков и не забудь добавить им от меня. Шлепни того Квазимодо. Избавь нас от него.
Поднимайся, Мартин! Доберешься до люка? Так, мне нужна твоя помощь. Закрой-ка гляделки. Стой, ты что сейчас сделал? Ловкий фокус, правда? Теперь ты видишь, как я. Ну, как обзор? Хреново. Вперед. Вы слышите этот звук, братья? Это клич зверя, и он подбирается все ближе. Тьма любит нас, я знаю это. Извлекатель удержит ее. Когда соберем всю, весь мир будет наш. Это он о чем? Виктор нашел извлекатель. Я сам спрошу. Грех создает темноту. Темнота дает власть. Значит, грех выгоден. Вот, злодей, страшно. Да, что-то здесь не так. Уходи! Боятся собственной тени и плачут в ночи, ужасаясь тому, чего сами не понимают. Погоди-ка, подойди ближе. Я хочу видеть, с кем воюю. С удовольствием! Так, тебе хватает? Ко мне, похоже, подключились. Наверное, хотят сберечь мои мысли. Пам-пам-парам-парам-парам-п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 ам. Всего лишь туда, к предохранителям. Что-то пошло не так. Так лучше. Пошли искать уродов, которые напали на меня. Это кто такие? Остановись!
только не это! Господи, не свети его! Ты умираешь, Джесс! Не уходи на свет! Свет Господи, не свети его! Поверься! Сгинь его! Свет Господи, не свети его! Я так и знал! Готовьте извлекать его! Приходит в себя. Да что ты делаешь? Очнулся. Славно. Осторожней. Паренек-то весь взмок. Это хорошо. Берись за дело. Когда переход завершится, мы получим искомое. Уверяю тебя, я предпочел бы избежать этого, Джеки. Но сейчас решение только за тобой. Так это ты напал на нас в нашем ресторане, да? Заткнись, не думай, только слушай. У тебя есть кое-что чужое. Именно то, что мы потеряли. Теперь тебе лучше это вернуть. Твоя судьба меня не волнует. Меня интересует только одно. Мне нужна тьма. Не понимаю, о чем ты. Конечно, нет. Но ты слишком беспечен. И очень много бандитов в этом городе считают, что в тебе живет демон. Ресторан был проверкой, мы узнали, что ты новый хозяин тьмы. Она теперь у тебя. Верни ее. Я чувствую, как ты мечешься. Что, нервничаешь? Ты слишком глуп, чтобы бояться и почитать тьму, как положено, Джеки. Она предпочитает болванов, которыми можно управлять, и избегает умных людей, способных управлять ей. Я спрошу один раз. Ты отдашь мне тьму по доброй воле или нет? Попробуй возьми ее сам, раз ты такой умный! Ты читаешь только комиксы и меню? Есть правила. Тьма передается лишь согласие носителя. Придется получить твое согласие. Мистер Пивиш, будьте любезны. Смотри, красавчик, этот триллер специально для тебя. Тьма заставила тебя смотреть на смерть Дженни. С самого начала она подчинила тебя. Признай, Джеки, ты не можешь управлять тьмой и не сможешь. Отдай тьму тем, кто с ней справится. Приток темной сущности в извлекатель говорит мне, что ты почти готов уступить. Попробую упростить тебе решение. Мистер Брэк. Ясно. Так это была твоя девушка, Джеки. Да, шлюхи с колечком в губе хорошо сосут. А ей разнесли башку, и ты не смог дать ей в рот. Джеки! А, Джеки, этих уродов все больше! Не сдавайся, Джеки! Мы еще держимся! Заткнись! Вас атакуют по всему городу. Мы хотим и можем поставить вашу семью на колени, а совсем скоро мы захватим твой дом. Решай, Джеки. Вопрос уже не только о тебе. Делай свой выбор, левый или правый. Нет! Не поступай так со мной! Вот ты сука! Обоссался. Ты молодец, Джеки. Пусть все знают, что мы будем защищаться. Закрой свой долбанутый рот, ты уже труп. Ты опять выпустил джина из бутылки? Глупо. Для тьмы ты просто марионетка из кожи и костей. Последний шанс. Ну что, ты отдашь мне тьму добровольно? Пошел ты. Тогда ее возьму я. Я пытаюсь помочь тебе, но ты слишком туп. Хорошо, я буду говорить языком, который поймешь даже ты.
Мистер Брэк, уничтожьте всех в доме. Найдите старуху и отрежьте ей руки. Слушай, может отрезать ее отвисшие сиськи? Что ты на это скажешь, Джеки? Да, ты не мог управлять тьмой и потерял Дженни. Боюсь, теперь ты потеряешь всех, кто тебе дорог, из-за своего упрямства и тупости. Давай, бей его. По зубам, не жалей. Джеки! Не сдавайся! Тьму! Погодите! Все кончено! Не отдавай меня! Иди ты! Я не твоя игрушка! Ты выполнишь приказ! Скажи мне, почему? Душа у меня! Повинуйся мне! Дженни! Дженни мертва, идиот! Ну же, давай! Отдай мне тьму, или тетушке Саре придет конец. Не могу! Ты вынуждаешь использовать извлекатель, мистер Пивиш? Ритуал почти готов. Осталось совсем немного. Так, продолжайте им заниматься. Для ритуала он должен быть как можно слабее. Борись! Насильник вырвался! Ты играешь с тем! Убей, свет! Извлекатель! Выйди и закрой эту дверь! Я пытался дать тебе шанс, Джейк. Ты знаешь, что у тебя был выбор. Ты сам обрек на это себя и свою семью. Я лишь хотел помочь тебе. Ты не умрешь, Джеки. Тьма не позволит. Но когда очнешься, тетушка Сара будет мертва. Это все, чего ты добьешься. Пойми же, наконец, как ты бессилен. Я больше не стану щадить тебя. Поджигайте дом! Извлекатель за Дженни!
Джень! Они в особняке! Они там всех перебьют! Нет! Ждите наверху! Я спускаюсь! Извлекатель! Он соединит нас! Есть. Джеки, она истекает кровью из-за тебя! Слаба! В наш приют часто заходил священник, отец Аланса. Да, я знаю, что вы подумали, но это совсем не о нем. В общем, ему было по 1000, не меньше, и он был прекрасный проповедник. Он говорил нам, что ад — это не просто страшилка для драчунов вроде нас. Ад существует.
Это хреновое место, куда попадают все лентяи, шлюхи, торговцы дурью и наркоманы. И мы окажемся там, если вовремя не остановимся. Ха. Все не так просто.